Стасик. Стасик против. На! Сейчас, секунду. Скоро здесь. Извращенцы. Эпизод 3. Мужчина, Стасик. Мужчина. Стасик проект против. Стасик против. Затушите, пожалуйста, сигарету. Чё бы это? В общественном месте находитесь. Запрещено тут курить. Ну и что? Если вы сами не затушите, мы вам поможем. Только попробуй. Пс-пс. Блин! Вам заняться, что ли, нечем, а? Мужчина, проект Стасик против. Затушите, пожалуйста, сигарету. Ага. Мужчина. Мужчина! Туши. Пс-пс. Ага. Ах, ты пидрас, ебучий, ты что, на последнюю сигарету, сука, не потушу. Мужчина, не подходи. Все, капец. Опа! Ой, женщина, да еще и с ребенком. Вам не стыдно? Слышь, щенок, камеру убери. Мам, с точки зрения закона они правы. Вот, видите? Ваш сын умнее вас. Потушите сигарету. На! Сынок просто спокойно ждет. Так, ну-ка, что там на камере? Так, еще раз, пожалуйста. Выхожу из жральни, никого не трогаю. Тут выбегает эта свора собак, у одного бита в руках, а у другого кастет. Кастет. Да не было у нас ничего. Так, подождите, дайте ей сказать. Два лоха. В общем, вид у них извращенный. Да, да, да. Хрен их знает, чего они от меня хотят. А я одна, женщина, с ребенком. Женщина. В общем, запаниковала, адреналин разыгрался. И я выхватила биту у одного из них и героически отбилась от этих извращенцев. Да. Ну а зачем один из них башкой витрину разбил? Это для меня загадка. Загадка. Женщина, ну зачем вы врете? Все на камерах зафиксировано. Так, значит, показания расходятся. А где третий потерпевший? Он не может показания дать, у него челюсть сломана. Ну, может, он их напишет? Нет, не напишет, у него и рука сломана. Господи. Она просто... Ладно, давайте глянем видеофиксацию. Давай. Ага. Удивительно, как у такой особы такой воспитанный сын уродился. Он камеру наш поднял, вернул нам. А то вообще кто-нибудь еще себе присвоил бы. Так, спускается. О, я этот клип видел. Блин, что за хрень? Как памяти, что ли, глючнуло? Что такое? Стас, дай вторую камеру. Ну-ка, ну-ка. Сейчас. Вот. О, кошмар! Это еще и с кошкой! Фу! Я не знаю, как это тут оказалось! Это не мое! Ну, конечно, конечно. Извращенцы. Это не мое, да? Угу. Действительно, ребята, у вас извращенный видок. Женщина, вы, собственно, свободны. Как насчет моральной компенсации? Фу! Ну и денек. Как же нам повезло, что этих дебилов камеру заглючили. Да, да. Да, повезло. Повезло. Конечно. Скорую, скорее! Вызовите ментов, кто-нибудь! Сейчас, секунду! Скорая здесь! Откуда у нее бейсбольная бита? Это вторая камера, да? Нет, нет! А это потом как-нибудь можно пришить? Не думаю. Не думаю. Если вам понравилось, ребят, смотрите дальше. Всем спасибо, всем удачи и всем пока.